Закройте двери! Или сбежала от этого пушистого мудака! О, Машенька! Господи, отец! Наша Маша, что ли? Доченька! О. Маша! Господи, боже мой, да ты где ж была-то? Столько лет прошло! Ой. В лесу! О. Я была! А Миша где? А Мишку я кокнула! Ой, за что? Задрал меня! А думал, на... Ой, господи, еле сбежала. Это чей? Волчий. Хвост. А, там был еще и хвост. Ой. Ой, ух ты, ёшкин кот. Мать, бритва есть? Я долго бежала. Маш, Машенька, да ты, ты расскажи, да что, да как? Да столько лет тебя не было. Что тебе рассказать? Ой, вы ж когда меня 20 лет назад в лесу потеряли? Ух ты! Туристы за грибами они пошли. Меня этот коричневый мудак и подобрал. Ну, я ему поверила. Он, скотина пушистая, меня в подвале держал. Да, кормил мало, выпускал на улицу редко, заставлял прыгать, фальцетом разговаривать. Ой. А все это, сволочь, на камеру снимал. Маньяк. И долго ли он тебя вот так вот мучил? 800 серий. Вот сволочь, а. Нам все не показывали. Там все нельзя. Ой, это ты имеешь в виду Машины страшилки, да? Тату лайтс. Мишкины игрушки. Ой, Машенька, как же ж так оно вот это выходит? А мы с отцом по телевизору смотрели мультики, а ты там такая вроде веселая. Это ж сволочь меня. Она боликами всякими, стероидами в голову наколет. У них там у волков скорой помощи это доброво. Вот я и веселая. Ну это, ну ладно. Теперь-то ты дома. Дома. Теперь все будет хорошо. Все будет хорошо, да. Машенька. Ты это, вот, есть хочешь? Покушать. Хочу кушать, да. Ну, мой руки. Чайку. Вот. Руки помыть? Да, да. Мой. Маша. Извини. Маш, ты почему зимой-то не сбежала, когда он в спячке был? Да, как там зимой сбежишь? Эта сволочь кофе напьется и не спит, мультики монтирует. Вот же, Машенька, ну ничего. Все забудется, как страшный сон. Теперь все хорошо. Все хорошо. Мне только одно непонятно. Мать, бать, копать. Вы что тогда полицию не вызвали, когда меня потеряли, а? Да ну, Маша, ну какая ж полиция, мы вон по телевизору смотрели, так тебе же вроде с ним было хорошо. Ну, вроде. Да какое хорошо! Мать, бать, копать! Я жила в подвале. Я расчесывалась ежами. Я ночевала, как выживший, в лесу, в лесе. Я каждый день вспоминала гол Шапковскому от славянцев. Зачем? Я хотела пить! Мне нужны были слезы! Не звони сюда больше, животное! Сейчас понял. Это он, да? Это он. Это ж получается, Маша, он тебя обманул, да? А не то слово, развел меня, мать, бать, копать! Он же мне как сказал? Я же ему поверила, лошица малая! Он мне сказал, что таких, как он, 30 всего в мире осталось. Что, мол, он из красной книги, все дела, понты. А сам меня потом мучил в подвале. Первый год зато, когда уснул это животное, я отыгралась. Я ему лапу тихонько изо рта вытащила. Что он у меня только не сосал. И белочек!
и шишки, и сосны, и лапу мою тоже задал. Животное. Вот молодец. А как сбежала-то, а? А как легко, я ему лапу клофелином намазала. Он дрыхнуть, я вперед. Понятно. Да. Да, Маша. Ты, конечно, какие-то тут страсти нам рассказываешь. Мы вон, опять же, с отцом по телевизору смотрели. Так Мишка там твой вроде такой культурный, воспитанный. Да какой он культурный, о чем вы говорите? Вы же ничего не видели. Он, значит, домой заходит. Я ему говорю, слышишь, ты животное, а? Что ты своими когтями паркет царапаешь? Он новый. Я говорю, надень носки. А он носок на пипку натянет, ржет, дебил. Ну, как ты. А что, весит? И каждый вечер одно и то же приходит после работы и начинает. Кто ел из моей миски? Кто пил из моей чашки? Кто спал на моей кроватке? Ты знаешь, мама, как сложно жить с животным, страдающим склерозом. Да знаю, Маша, знаю. А у нас тут, знаешь, Маш, у нас тут все поменялось. Все по-другому стало. Слышала я, Бая? Слышала? Янукович уже не президент. Нет. Порошенко сейчас? Да. Порошенко. Теперь понятно. А я-то думаю, почему последние 2 года людей в лес не вывозят? Ну. Вот тоже. Да. Оно. Ты знаешь, Машенька, да. Ты нас прости с отцом за все. Прости. Если бы мы знали только, что вот так вот мы бы... Ладно. Мать, батя, копать. Пора мне. Ты куда? Давай. Иди сюда, животное! Иди сюда быстрее! Все нормально! Ты все снял! Молодец! Снял он все! Все! Смотрите скоро премьеру! Маша и медведи, исповедь! Давай, пока! Вперед! Маша и медведи! Квартал 95! Здравствуй, привет, дорогая. Вот я и дома, наконец-то. Привет, наконец-то. Дорогая. Здравствуй, любимая. Как я соскучился. Ой, наконец-то. Давай. Доехала. Да, как ты добралась. Спасибо. Все хорошо, я так тебя ждал. Слушай. Да. Ничего себе, я в шоке. Да. У нас так чисто. Да, ты знаешь, я так переживал перед твоим приездом, что начал убирать еще в день твоего отъезда. Так, ой, какой ты у меня. Моя любовь. Да. Ой. Что? Аж так Кеша накрыт. А Кеша пусть спит. Да? Он просто не любит, я знаю. Да нет, пыль, пылесос, да. Ну, я просто попробую, он же не любит. Свет, падла! Глаза! Накрой! Накрой! Что с Кешей, Вова? С Кешей? С Иннокентием все хорошо. Да? Да? Ну, просто он раньше весь в перьях был. Серьезно? Мне показалось, что это молодежно так. Шкура, алкаш, барыга. Что? Что? Что он говорит? Шкура, алкаш, барыга. Кто-то был у нас дома, да? Нет, ты что? Просто был включен телевизор, я пылесосил, он набрался этих слов и все. Шкура, алкаш, барыга. Да. Телевизор, говоришь? Телевизор, да. А у нас что, предвыборные дебаты уже начались? Или по СТБ всю неделю крутили, дорогая, мы убиваем детей. Нет, это просто... я вспомнил, был включен канал «Рада». Шкура, алкаш, барыга. Вот все они выступали. Что-то я не помню такого, чтобы ты целыми днями напролет канал «Рада» смотрел. Нет, дорогая, я-то не смотрел, я вспомнил. Приходила же твоя мамочка. А, моя мама. Тварь! Что он сказал? Это что он сказал? Про мою маму? Тварь! Ты нет, что? Нет, это же канал, алкаш, барыга. Ты вот научил это. Его, да? А ты что, дорогая? Да, а я проверю сейчас. Киша кто? Хороший. Угу. А Вова? Красавчик. А Лена? Жена красавчика. Молодец, а мама Лены? Тварь! Почему? Не прописала красавчика. Нечем было заняться, если не научил все-таки, да? Пару слов буквально. Так. Что? А где наши шторы? А, я же перед твоим приездом сдал химчистку, любовь моя. Да? Туши, туши, по-пионерски туши, по-пионерски. Что?
Что? Тут туши по-пионерски? Вы что, шторами тушили пожар? Да, был небольшой огонек малюсенький. Но в этом виноват не я. Я же тебе говорю, пришла твоя мама. Тварь! Спокойся! Да, значит, мамочка пришла, моя любимая наша мамочка включила канал Рада. Это жена его включила. Поставила, что творится на плите к 8 марта. Подарок сама придремала под эту Раду, значит. И огонек, да, действительно, пошел небольшой огонек на занавеску. А где телевизор? А потом огонек перешел на плазму, и я плазму сдал в ремонт. В ремонт? Ломбард! Ломбард! О-о-о! Бабло! Жора, наливай! У нас был Жора. Этот Жора несчастный все-таки к нам заходил. Георгий. Георгий, наш сосед, действительно интеллигентный парень, зашел буквально на минуту, я сказал, нет, времени, уходи. И он ушел? Конечно. Ну ладно, допустим, это все? Это все. Слава богу. Да, это правда. Так, стоп. А кто ходил в моих тапочках? Тамара! Что он говорит? Какая Тамара? Какая Тамара, бред? Лариса! Что? Лариса! Вова, я не понимаю, какая Тамара и Лариса? Да он подряд все лепит. Что ты ему зовут? Тамара, Лариса. Тамара, Лариса, можно всех посмотреть. Вова, а лучше скажи мне сам, кто такие Тамара и Лариса? Путаны. Набрался, что-то смотрел, видимо, Discovery. Какие еще путаны, а? Какие путаны? Охреневшие! $100! $100? Ладно, давай, плати. То есть, так. И что было дальше? Ничего. Ясно. Кеша, что было дальше? Что он делает? Давай уже! Я не могу, попугай смотрит! Завяжи ему глаза! Укусил! Лови чмо говорящее! Растрындит! Жора в окно! Вы что? Вы с Жорой выбрасывали Кешу в окно? И я не выбрасывал, я отпустил Иннокентия пополетать. Да? А почему у него вон клювик сломан? Окно закрыто! В морозилку его, Жора! В морозилку! Вы Кешу засовывали в морозилку? Да, открыли в морозилку, он случайно туда залетел. У вас в морозилке бутылка водки. О, попугай-красавчик! Попугай-красавчик! Реабилитирован! Карр! И тебе, Кеша, бабу поймали! Заслужил! Так, понятно все. Ладно, может, ты мне еще что-то хочешь сказать, нет? Нет, все. А где микроволновка? Покер! Проиграл микроволновку в покер? Стрит! У проститутки стрит! С Тамарой решили, да? Рубануться, ясно. А где кресло? Пристав! Что он говорит? Приходил пристав и забрал наше кресло? Да. Пристав себе! У проститутки опять стрит! Ты посмотри, какая везучая! Где моя ваза, любимая? Покер! Вазу тоже в покер? Да. Покер потом уберем! Понятно. И вазу мою любимую разбили, да? Нет. Динь-динь! Динь-динь, он сказал? Нет. Динь-динь! Кто-то еще приходил? Кто? Кто там? Моя дома? Мой папа. Да, действительно, тесть зашел на секундочку. Так. Буквально на секундочку, он за удочкой зашел и ушел. И ушел. Я надеюсь... Тесть, ром, будешь? Нет, ром, шмурдяк. Ты,
Ты что, предложил ему выпить? Да, я предложил, я интеллигентный парень, но он отказался и ушел. Отказался? Да. Не, Ром Шмурдяк, у, водяра, Вова Красавчик, папа Кисть, ЛНР, ДНР, верните Крым, Вова Красавчик, ясно. Вова Красавчик. Кеша, хватит. Посидели немножко с папой, да? Мы немножко папой, посидели, да? Пообщались с папой. Ага, я надеюсь, он немного выпил. Да ты что? Да что, я сволочь какая-то, я же знаю, что у твоего отца больное сердце. Вот. Разряд, разряд, еще разряд, разряд. Что? Что это такое, что за разряд? Папа, мы подняли тост. Папа получил твой первый взрослый по спортивной рыбалке. Да? Давай рот в рот, давай рот в рот. Рот в рот? Мы попрощались, поцеловали друг друга в губы, и он ушел. Да? Да. Врача! Врача! Адреналин, Кали! Адреналин! Папе, все, я поняла. Папе было плохо. Вы вызвали врача. Он хоть живой? Папочка живой. Вот живучий падла! Слава богу. Папа жив. Дзинь-дзинь! Кто еще пришел? Кто-то ушел. Ура! Врач! Врач пришел! Врач! Наливай врачу! Наливай врачу! Вы что, вообще тут с ума все подсходили? Папе вызвали врача и споили его? Я не пил с врачом! Трава! Трава! У Жоры есть трава! Дурь! Пробуй, врач! Дурь! Угар! А-ха-ха! А-ха-ха! Врача накрыло! Врача врачу! Врача врачу! Что здесь происходило? Что тут ничего не происходило страшного? Жора, придурок! Куда на балкон? Что ты такое? Я объясню, дорогая. Да, были проблемы небольшие. Георгий немножечко перебрал. Он вышел на балкончик. Георгий интеллигентный человек, не хотел плевать дома. Решил плюнуть с балкона. Он наклонился и упал. Снег? Не совсем снег. Жора, придурок, это чья-то Шевроле. Жора, придурок, нога у Жоры. В больницу Жору гоним, 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 гоним. Так, стоп, стоп. Я поняла. Вы тут черт знает что устроили. Жора вышел на балкон и прыгнул не в снег, а на чью-то Шевроле. И вы все вместе повезли Жору в больницу? Да? И да. Ты пьяный сел за руль? Я бы никогда пьяный не сел за руль. Кешу за руль. Кешу за руль! Что он говорит? Вы что, попугая сажали за руль? Ты что же, я больной лежу, Лен? Ну с каких делов я бы посадил попугая за руль? Он же птица! Но он же трезвый! Но он же птица! То есть, Жору в больницу повез все-таки попугая? Да, но не совсем в больницу. Куда? В лес гони! В лес! Проще закопать! Копай! Копай! Жора кабан! Жора кабан! Жора кабан! Жора тяжелый, вы его закапывали? Нет, мы не идиоты! Действительно, мы пошли в лес! Немножко подышал, чтобы Жора и отошел, и тут на нас вышел здоровый кабан! Жора, осторожно! Беги! Ай! Жора, капкан! Осторожно! Жора, нога! А-ха-ха! Жора теперь пират! А-ха-ха! Пьем ром! А-ха! Угар, трава! Накрыло! Боже мой, что он говорит? Что происходило дальше? Скажи мне, вы поехали куда? Домой? Куда вы поехали? Дорогая, послушай меня, пожалуйста. Послушай, закрой свой клюв, скотина. Значит, так дальше все закончилось. Мы интеллигентно разошлись. Я поехал домой. Убирать, ждать тебя. Молодец. А ребята куда-то поехали в библиотеку. Да? Поехали в клуб! Какой клуб? Видимо, железнодорожника. Куда-то туда. О, красавчик! Красавцы-то. Красавчик! О, красавчик! Жора, скотина, это гей-клуб! Осторожно, Жора, это не баба! А-ха-ха. Жора теперь не пират! Жора, пиратка! Пиратка, трава, накрыла! Не хочу больше ничего знать. И не хочу больше ничего слышать. Скажи мне только, где наш сын? Так, отойди. У нас был сын? Да, у нас был сын. Коля! Ах, Коля. Кеша? Кеша, где Коля? Кеша могила. Кеша могила. Я поняла. Я все поняла. Я сама найду Колю.
Потому что сейчас я ни в чем не хочу разбираться. Я поняла только одно. Пока меня здесь не было неделю, здесь происходил какой-то ад. Ну с чего ты взяла, что здесь творился какой-то ад? С чего я взяла? Да. Да просто эта порода попугаев не умеет разговаривать. Что смотришь, я сам в шоке. Где Коля? Коля, я тебя спрашиваю, а?